Такой чурек известен на многих кухнях мира, а готовить его научились и в нашей стране. По вкусу он напоминает обычный лаваш, а его приготовление занимает не более 2 часов. Чурек дагестанский – бюджетное, универсальное блюдо, которое можно использовать по-разному, можно в качестве хлеба, можно завернуть в чурек мясо или овощи. Пофантазируйте и обязательно приготовьте. Его можно использовать как в качестве хлеба к любым блюдам, так и в качестве самостоятельной закуски. Если вы используете чурек как закуску, то лучше всего подавать его с густым свежим или пряным соусом. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подписывайтесь и ставьте лайки. Необходимые ингредиенты. Мука кукурузная, 170 грамм, вода, 100 грамм, соль, по вкусу, количество порций, 10. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Заходите снова.